Доброе утро, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Сегодня 15 марта 2017 года. О погоде. Сейчас плюс 1. В течение дня до плюс 8. К вечеру плюс 6, плюс 4. Говорят, малооблачно, но на данный момент не вижу ни одного облачка. Отличный весенний день. О валюте. Очень мало предложений о покупке и продаже на утро. Значит, покупка 26.95, продажа 27.10, 27.15. Что интересно, по Киеву предложений о покупке и продаже 4, по Донецку предложений более 40. И по Донецку прием, курс прием 27.15, продажа 27.50 доходит. Ну вот такая коллизия. Сейчас я нахожусь возле здания облдержадминистрации. Вчера здесь горели шины. Сейчас я вам покажу, что осталось после этого. Ну, я отлично понимаю, что дворники уже поработали, по-видимому, пожарные те, что были вчера. То же самое. Не знаю, заливали, не заливали, но дворники свою работу уже сделали. Хорошо это или плохо? Ну, я не знаю, я не готов давать оценку. Всем удачи!